Доброе утро, уже добрый день, Одинцово. Сегодня здесь, на центральной площади, творческая лаборатория Веты Гулливер открывает большой музыкальный мастер-класс. Весело и с пользой проводят выходные жители Одинцова. В минувшее воскресенье на центральной площади города любой желающий, независимо от возраста и наличия таланта, мог почувствовать себя настоящим музыкантом. Постучать на барабанах, взять несколько аккордов на гитаре и сыграть на фортепиано. Выстроилась целая очередь. Это, безусловно, возможность, в принципе, попробовать какое-то подобное направление, да, потому что в течение жизни и детства вряд ли кто-то задумывается, вот бы на барабанах поиграть, вот бы на гитаре поиграть. То есть нету, да, таких. А здесь в рамках программы живой инструмент, живой педагог, ребенок садится, чувство ритма сразу здесь же уже, да, какие-то моменты прорабатываются. Ну и для взрослых, честно говоря, тоже. Каждый участник мастер-класса после урока получил подарочный сертификат на индивидуальное занятие в творческой лаборатории по выбранной дисциплине. Зажигательная музыка добавляла настроение. Свои творческие достижения продемонстрировали гостям ученики лаборатории. Милана Кофтон на сцену вышла первой. Она с 5 лет занимается вокалом и не раз выступала на публике. Но открывать программу все равно было волнительно, признается девочка. Волнение, что я могу ошибиться в чем-то, забыть слова и вообще сорвать концерт. Соорганизатором мероприятия выступил Одинцовский волонтерский союз. Добровольцы устроили творческий флешмоб. Юным гостям праздника раздали мелки и предложили нарисовать на площади то, что им ближе всего. Сегодня мы организовали день рисунка на асфальте, который был вчера. Вот, это просто невероятно, когда дети рисуют все, что им только придумается. Зачастую это, конечно, сердечки, это слова мама и папа, это цветочки, это просто радостный взгляд детей на этот мир. И такие праздники действительно делают счастливыми не только детей, но и взрослых. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».